За многолетний труд и вклад в развитие градообразующего предприятия наградили почти полсотни первоуральских металлургов. Все они отметили свой юбилей во второй половине этого года. Подробнее о профессионалах своего дела расскажет Екатерина Сердитых. Рабочая задача Ольги Калугиной – анализировать заявки на закуп материалов со всего завода, определить, правильно ли они составлены, не превысило ли подразделение свой лимит и есть ли необходимое на складе. Если мы что-то пропустим, то материал может быть не вовремя доставлен в цех, соответственно, может быть остановка цеха. Поэтому очень много моментов, которые проходят через нас, от нашей внимательности зависит вовремя поставка материала в том числе. Ольга Калугина работает на Первоуральском новотрубном заводе уже 33 года. Вне работы она находит время и для собственного развития. Уже трижды участвовала в проекте «Преображайся с профсоюзом», посещает различные мастер-классы и занятия. Сегодня она в числе награждаемых – металлургов, которые встретили свой юбилей во второй половине года. Ей вручают почетную грамоту губернатора Свердловской области. Я на заводе работаю давно и не только в этой должности. Я в свое время выработала горячий стаж, работая простым рабочим. Но есть возможности на нашем предприятии работать и подниматься выше, учиться. И есть возможности дальше продвигаться. Сегодня на торжественном мероприятии вручают почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России, губернатора Свердловской области и благодарственные письма регионального Министерства промышленности и науки. Заслуженные награды и поздравления металлургам передают руководители. Сказать вам огромное спасибо за вашу приверженность, за вашу вовлеченность во все процессы. Сказать вам огромное спасибо за то, что вы здоровы, ходите на работу, приходите домой, поддерживаете свою семью. И, конечно же, реализуете все те задачи свои жизненные, которые перед собой сами ставите, и те задачи, которые ставят перед вами предприятие. За многолетний добросовестный труд, ответственность, высокий профессионализм и большой вклад в развитие предприятия от Минпромнауки Свердловской области награждают машиниста насосных установок Екатерину Золотареву. Она более 40 лет посвятила работе на предприятии. На 8-й цех смотрим давление, это для удобства нам вывели. Там внизу тоже манометр есть. Ну, как-то вот удобнее. Тут посмотрим, там посмотрим, спустимся. Последние 10 лет Екатерина Золотарева занимается тем, что следит за работой насосов, которые подают воду во все цеха предприятия и регулируют на них давление. Рассказывает, нравится и коллектив, и руководство, и график, благодаря которому она успевает вести активный и здоровый образ жизни. У меня возможность появилась больше уделять себе внимание для здоровья, для своего хобби. Все мы родом из детства. Я любила бегать на лыжах, и поэтому сейчас график очень мне позволяет. Катаюсь каждый день там по 13 километров. Спорт помогает Екатерине Золотаревой оставаться в тонусе, иметь профессиональный азарт и добиваться успехов и наград, как и другим металлургам. Сегодня таких 49. Среди них стропольщики, сдатчики металла, бригадиры, вальцовщики. Поощрять профессиональные заслуги новотрубников-юбиляров – традиция, которой уже около 20 лет. Екатерина Сердитых, Андрей Волков, новости Первоуральск.